Внимание, реклама, сочиняю стихи на заказ. Разного жанра и совершенно любой тематики. Для гадалок заклинания, чтобы эпичнее снимать с глаз. Для ребенка стишок на утренник в детском садике. Сочиняю врачам, зарифмую любые диагнозы, чтобы чуть веселей смотрели на жизнь пациенты. Превращаю в народный фольклор результаты анализа. Для дикции скороговорки пишу из рецептов. Зарифмую отказы сотрудникам пенсионного фонда, чтоб клиенты перестали ругаться, подумав, что праздник. Сочиняю кричалки для митингов разного рода, или скорее, чтоб продать на Авито УАЗик, дабы легче немного могла проходить у приставов регулярная опись имущества. В считалочку все я могу превратить. Удобство это всегда преимущество. Два стиха по цене одного выпускной и поминки. Последний вам путь или добрый поставите сами. Также имеется акция для большой вечеринки. Всю пьяную ругань гостей оформляю стихами. Гекзаметрам, гопникам, ямбам, лохам, санетам, сотрудникам ЖК, где проза бессильна под силу стихам. Путь к сердцу найти человека. Свадьба, денюха, тосты, корпораты. И вы уникальны, и гости все рады. Частый вопрос по оплате, по карте. Подробнее о сроках, объемах и ценах, ваших желаниях всех сокровенных, а также оплате стихов за наличку.